хорошего настроения. Всем привет! Мы рады вновь вас видеть на шоу талантов телеканала «Архыз-24» шоу «Время лучших». Итак, мы продолжаем отбирать талантов Карачаево-Черкесии, и, к счастью, их немало. Сегодня состоится второй отборочный этап конкурса. Мы не знаем, кто пройдет дальше, а кто останется с нами. Это будут решать члены жюри. Итак, шоу талантов телеканала «Архыз-24. Время лучших» — это площадка, где каждый может заявить о себе. Любой желающий. Для нас не имеют значения регалии, возраст и жанр вашего выступления. Давайте представим членов жюри, которые будут сегодня оценивать по пятибалльной шкале наших участников. Это Мурат Гагиев, директор филармонии города Черкесска, художественный руководитель театра танца, заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики, директор Республиканского центра народной культуры Артем Разин, заслуженная артистка России и Кубани, народная артистка Карачаево-Черкесии, художественный руководитель ансамбля казачьей песни Лидия Луценко, директор университета «Синергия», доктор наук, депутат городской думы города Черкесска Любовь Усмановна Абрекова, член штаба ОНФ Карачаево-Черкесской республики Джамбаев Руслан Александрович, Байчорова Аланита, заместитель директора колледжа СКГТА, певица очаровательная Марьяна Альботова. Ну и, конечно же, председатель жюри, которого мы безумно рады видеть. Народный артист России, директор драматического театра Карачаево-Черкесской республики Хасан Якубович Биджиев. Аплодисменты! А ну что, не буду задерживать ваше внимание. За кулисами готовится выйти очень горячий парень с очень горячей страны. С очень горячей песней, кстати. Меня зовут Карал, я приехал из Индии, буду читать рэп. Мне посоветовали принять участие в этом шоу друзья и поддержали. Друзья, 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 пока наш индийский гость едет с Индии, я уже сам выучил индийский рэп и готов вам его продемонстрировать, честно. Итак, подайте бит! Мимия тикутлики, пария кина, талеване, для худлики, для яда, это хэп! Аплодисменты, друзья!
Спасибо, Карал. Он только что вызвал дождь. Это было великолепно. Очень-очень круто. Какие у тебя эмоции сейчас? Ну, мои эмоции... Я забыл про волнение, потому что все прошло хорошо. Я думаю, у меня все получилось. Ты выглядел как индийский Эминем, как индийский бог рэпа. Это было очень круто. Хотел бы ты поучаствовать в рэп-баттле? Да, мне интересен рэп. Я уже говорил, что хотел бы, даже когда был просто певцом. И мои друзья поддержали меня, что я могу это сделать, как сейчас и произошло. Знаешь ли ты каких-нибудь российских рэперов, таких как Оксимирон, Тимати, Баста, кого-нибудь? Я люблю Тимати, Джакли. Я хочу пожелать удачи тебе. Иди и продолжай свое творчество. Первое выступление и первые оценки. Это был зажигательный рэпер Карал. Посмотрим, сколько звезд он смог зажечь для себя. 5, 4, 5, 3 звезды, 3, 5, 5, 5. Итого 35 звезд. Меня зовут Асланукова Диана Рашидовна, мне 17 лет. Я решила участвовать, потому что хотела проявить себя на публике и впервые увидела...
Диана Аслануково. Диана, там за кулисами практически все плачут и танцуют медленные танцы. Спасибо тебе за романтизм. Боже, ну это было потрясающе. Проходи ко мне. На самом деле я тут стояла, у меня чуть слеза не утекла, вспоминая уходящего под лед Ди Каприо. Думаю, что вторая часть «Титаника» будет с твоим саундтреком. А какие Спасибо. Чувства у тебя? Фух, ну, конечно, было очень волнительно. Я очень волновалась, когда старалась. Я думала, что что-то не так, что-то будет не то. Но, слава богу, все было хорошо. Если честно, это одна из моих любимых песен. Наверняка и твоя, потому что с таким чувством ты ее спела. Ну, я думаю, во втором туре будет еще лучше в следующем сезоне. Я уверена, что во второй тур ты пройдешь и покажешь еще более такое чувственное исполнение. Спасибо тебе большое. Взаимно. Беги, отдыхай. Романтичная Диана Аслануково растопила наши сердца. Давайте посмотрим, как отреагировали сердца жюри. 5-5-5-5, 4 звезды, 5-5-5. Итого 39 звезд. Эх, наверное, кто-то из членов жюри не смотрел фильм «Титаник», уверен. Иначе было бы 40 звезд. Итак, а мы продолжаем. На сцене Аиза Тулпарова. Приветствуем! Здравствуйте. Я хочу прочитать стихотворение, посвященное депортации карачаевского народа. Ведь сколько бы лет ни прошло, мы не забудем этих черных дней. Лиля Буджурова. Когда мы вернемся. Когда мы вернемся домой всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами. Незваными здесь объявились костями. Как только не в мочь быть послушными псами, мы милости вашей простить перестанем. Мы гордость свою вековую припомним, от скифов и тавров ведущую корни. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, в горах и в степи соберемся и весело с музыкой справим поминки. По вашим указам, по вашим дубинкам, по сказочкам вашим о дружбе народа в то время, когда нас лишали свободы, лишали отчизны, надежды и Бога, вся из развалин мечети и дороги, по вашей удобной сговорчивой правде, пайками оплаченной верности ради, по вашей оплеванной внуками вере, что можно народы казнить для примера. Когда мы вернемся, поклонимся в пояс тому, кто хранит еще память и совесть, кто нашим тиранам не пел аллилую, как старшему руку тому поцелуем. С того, кто нас подлинненько травит поныне, мы маску народных ремнителей снимем, и пусть они глянут в лицо нам открыто, не прячась за власти худое корыто. Когда мы вернемся, все будет иначе. И тот, кто нас топчет, пусть горе заплачет, как плакали наши отцы на чужбине, когда матерей своих там хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскликнет и духов своих по ущельям окликнет, вернет родники к долгожданным истокам, и пепел отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем и прощения попросим, и слово дадим, что вовеки не бросим, по воле своей или чужой, или как прежде. Ведь в ней наша сила и наша надежда. Мы в сердце любовь не через все проносили. Не всем этот путь оказался по силам, но даже кто падал, тот знал, мы вернемся, однажды под небом родным соберемся. Аида, здравствуй, я поздравляю тебя. Спасибо. Очень было красиво. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя чувства, все ли получилось? Да вроде все получилось, но все равно, блин,
Что я волновалась, еще не прошло. Но мне кажется, никто из зрителей этого не заметит, потому что твое стихотворение тронуло, твое прочтение Спасибо. Тронуло каждого, да все вообще, до мурашек, мне кажется. Спасибо. Мы желаем тебе удачи. Сейчас иди отдыхай, готовься к следующему туру, я уверена, ты пройдешь. Спасибо. Айза Тулпарова получает от жюри 4 звезды, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Итого 38 звезд. Иванченко Владислав, 17 лет, живу в городе Черкесске. Музыкой я занимаюсь уже много лет. И просто у нас вообще в нашем городе, в нашем регионе такого шоу масштабного вообще не встречалось. И я думаю, что это шоу раскрывает таланты, потому что я увидел очень много людей, обладающих разными талантами. Здесь я хочу проявить себя в именно деятельности по аккордеону. Я выступал и играл именно вещи народов Северного Кавказа, потому что я считаю, что мы должны... Ну, дружба народов Северного Кавказа – это самое главное, что должно быть у нас. Вот, и я как бы представлял все народы Северного Кавказа своей игрой. Ну что ж, а следующий участник рассказывал о себе такую интересную вещь. До 7 лет он очень фанател с Валерия Леонтьева. Знал практически все его песни, пародировал его. Но настал момент, наверное, он понял смысл его слов песни «Я одинокий бродяга, любви Казанова». И с этого момента он перешел на гармошку. В принципе, правильно все сделал. Итак, встречайте на сцене Владислав Иванченко и Альбина Пшиунова. Я поздравляю вас с удачным выступлением. Проходите. Волновались, как вот прошло все? Если честно, волновались очень сильно. Волновались, да, но там были некоторые помехи со стороны звукооператора, конечно, но все равно получилось все хорошо. И я думаю, что всем понравилось. На самом деле, вот когда вы играли, сразу такое праздничное настроение, сразу захотелось погулять на какой-нибудь свадьбе. Вас уже приглашают где-то вот аккомпанировать? Ну, я в филармонию хожу в госансамбль к заслуженной артистке Карачао-Черкесии Ирине Мустафаевой. Вот, ну, там солирую, аккомпанирую. А я пока нигде не играю. Вот у меня к вам такой вопрос, чисто вот женский. Я редко вижу, чтобы на барабанах играли девушки. С маникюром все нормально? Нормально.
справляемся, да, приловчились. Да. Ну, я желаю вам удачи. На самом деле, я болею за вас всей душой, потому что народная музыка, она действительно вселяет такое настроение. Желаю вам удачи, отдыхайте, следите за маникюром. Хорошо. Удачи, до свидания. Спасибо, до свидания. Давайте посмотрим, сколько звезд получили фанат Валерия Леонтьева, Владислав и Альбина Пшиунова. 5, 4 звезды, 4, 3, 5, 4, 4, 5. Итого 34 звезды. Эх, жалко, что в жюри не было Леонтьева. Всем привет, меня зовут Арина Халюзина, я из города Черкесска, мне 15 лет. А почему я решила принять участие в этом проекте? Потому что в нашем городе такое бывает нечасто. Вот. Итак, шоу талантов, телеканал Архыз 24, время лучших продолжается. Приветствуйте, на сцене Арина Халюзина. Ах, как это все романтично, очень сказочно, необычно. Просто и легко улетаю я так далеко, просто далеко. Не найдешь меня, не поймаешь, мимо пролечу, не узнаешь. Просто и легко улетаю я так далеко, просто далеко. Красками разными, белыми, красными небо рассвечу я. Волнами синими, в сотнях вершинами ветер учит меня. Только тень мелькнет, не поймаешь, никогда меня не узнаешь. Это так легко. Заходи. Ну как, тебе понравилось? Ты довольна осталась, да, собой? Скажи, голос не дрожал? Ну, возможно, какие-то моменты такие были, но это не особо страшно, я думаю. Как зритель встретил? Хорошо, мне понравилось. Вот скажи, пожалуйста, вот на такой сцене ты в первый раз? Нет. Уже выступала, да? Да, да. В будущем что планируешь? Не знаю, покорить Олимпийский? Да нет, но я вообще не планировала связать свою жизнь с музыкой, но ну, как хобби-то можно. Но мне кажется, что наши зрители настроят тебя на тот лад, что ты захочешь все-таки покорить все стадионы страны и мира. Желаю тебе удачи. Спасибо большое. Арина Халюзина получает от жюри 4, 3, 4, 2 звезды, 4, 3, 4, 3 звезды. Итого 27 звезд. Меня зовут Сонов Замир Замратович. Мне 12 лет. Приехал из Габецкого района Аужако. Я решил участвовать в этом конкурсе, потому что хотел проверить свои силы, навыки, которые я научился за 6 лет в музыке. Встречайте на сцене Замир Сонов. Выйду ночью в поле с конем.
Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то вместо, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то вместо, али его нет. Полюшка моё, родники дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Мы пойдем с конем. Замир Сонов, друзья! Ну, здравствуй, заходи сюда. Как все получилось, рассказывай. Какие эмоции? Хорошие, все отлично было. Ну вот ты единственный участник, который поет акапелла, без музыки. Сложно ли без вот музыкального сопровождения? Да, сложно. Сложнее, да, чем? А вот скажи, пожалуйста, почему выбрал именно эту песню? Ну, не знаю, понравилась. Народная русская песня. Никогда не пел такие и выбрал. То есть для тебя это дебют, да, вот в этом направлении? Да. Ну, я желаю тебе удачи, у тебя замечательно получилось. Все, беги, отдыхай, до свидания. Замир Сонов очень рисковал и пел без музыки. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет детского шампанского. 4-4-4 звезды. 5-5-4-4, 3 звезды. Итого 33 звезды. Хватит ли этого, чтобы пройти в полуфинал, узнаем позже. Даша Бандурка, мне 14 лет, и я из Черкесска. Я решила участвовать в конкурсе, потому что для меня это что-то новое –
Я до этого момента я не участвовала ни в каких таких масштабных конкурсах и решила попробовать себя в чем-то большем. Заходи. Молодец, все получилось, мне кажется. Расскажи, какие у тебя эмоции? Я очень сильно нервничала, думала, что налажаю или что-то испорчу, но вроде бы все прошло хорошо. Вот скажи, как в такой хрупкой девочке может помещаться такое количество нот и такая сила голоса? Ну, я не знаю, мне кажется, это зависит от частых тренировок, от постоянного пения, и главное, чтобы это было с душой. Признавайся, по утрам яйца сырые пьешь? Нет. Еще нет, да? Да, пока что нет. Но я желаю тебе удачи, я надеюсь, что у тебя все получится, и ты покоришь любую площадку этой страны и мира. Спасибо. Давай, большое. Пока-пока. Дарья Бандурка за свое выступление получает 4 звезды, 4, 5, 5, 5, 4, 5 и 4 звезды. Итого 36 звезд. Меня зовут Катя, мне 7 лет, я из города Черкесск, а в шоу я попала из-за того, что мой тренер сказал, что я гибкая. А ну что ж, а следующая наша участница давно уже разминается, давайте ее позовем на сцену бурными аплодисментами. Итак, на сцене Екатерина Усачева.
Екатерина Усачева. Катя, можно вопрос? У тебя косточки есть? Не знаю. Знаешь, мне кажется, нету. Но пусть не будет без них легче. Потом в старости артроза не будет. Пробегай. Спасибо. Аплодисменты ей. Евгения, здравствуйте. Мы сейчас ждем вашу дочку. Скажите, волновались за нее? Очень переживала, переволновалась. Ждала с нетерпением, когда выступит. Она сама очень сильно волновалась за кулисами. Ну, мне кажется, вы волновались даже больше ее, потому что она показала высший класс. Ну, давайте встретим ее. Вот она, встреча дочки и мамы. Сейчас все получилось, да? Ты умничка у меня. Ну давай мы с тобой чуть-чуть поговорим. Скажи, пожалуйста, все у тебя получилось? Да. Тебе самой понравилось на сцене? Да. Вот скажи мне, ты меня, я уже второго человека, вот прошу, чтобы меня научили сесть на шпагат. Ты сможешь стать моим тренером? Не знаю. Вот все во мне сомневаются сегодня что-то. Так, ну я желаю тебе удачи, и я надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидим тебя в новостях, как ты покоряешь Олимпиаду или что-нибудь такое, хорошо? Все, беги, давай. А Екатерина Усачева может без труда сложиться в любую цифру, но уверен, ей хочется в цифру 5. Посмотрим, совпадают ли ее желания и мнения жюри. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Максимальный балл 40 звезд. Наши поздравления. Меня зовут Гогуева Луиза.
Аплодисменты! Ну, это было потрясающе. Заходи. Как тебе понравилось самой на сцене? Очень круто. Эмоции какие? Расскажи. О, хорошие эмоции. Зал вроде бы хорошо принял. Все очень организовано, хорошо. В общем, мне все понравилось. Ну, скажи, пожалуйста, я не могу задать вопрос, откуда такое платье дизайнерское? Я не знаю, кто придумывал, кто делал? Идея танца вообще была моя. Потом мне помогли мои руководители, моя мама и также моя хорошая подруга, которая мне сшила этот костюм. То есть всем миром отправляли тебя буквально. Но я желаю тебе удачи. Если за тебя болеет такое количество людей, то ты просто не сможешь их подвести, я уверена. Спасибо. Давай, отдыхай пока. Очаровательная Луиза Гагуева получает от жюри 4 звезды, 5, 5, 5, 5, 5, 5 и 5 звезд. Итого 39 звезд. Здравствуйте, меня зовут Аида, мне 9 лет, и я из города Черкесска. Я очень хотела на это шоу, и когда я узнала, что это впервые в городе Черкесске, меня потянуло на этот конкурс. Я пришла сюда. А, друзья, мы продолжаем наше шоу талантов, телеканал Архыз 24. И самое время послушать нашу следующую конкурсантку. На сцене юная и очаровательная Аида Узденова. Я уверен, она вам понравится. Diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money can't buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but all I got I give to you. I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love, love, can't buy me love. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of feel that money just can't buy. I don't care too much for money, for money can't buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money can't. Tell me that you want the kind of feeling that money just can't buy. I don't care too much for money can't buy me love. Money can't buy me love. Money can't buy me love. No, what's money? Аида Узденова! Аида, не уходи, не уходи. У тебя такой очаровательный, интересный голос. Вот я прервал людей. Они кричали: «Молодец!» Аида, а ты сможешь что-нибудь такое «Вау!» сказать зрителям? Вот прямо своим голосом. И-а! Отлично! Давайте с настроением «И-ха!» послушаем мнение жюри. Наша десятка подошла к концу, Аиду мы приглашаем пройти за кулисы. Молодец, эти аплодисменты тебя провожают. Спасибо. Здравствуй, ну заходи ко мне.
Я тебя поздравляю, я хочу сказать, что ты всех просто поразила. Я стояла и не верила, что ты поешь не под фонограмму. Расскажи, каково тебе было выступать? Было очень легко. Ну, чуть-чуть я боялась, но когда я вышла на сцену, мой страх ушел. Потому что я помнила все, что мне говорил мой педагог, Валешина Любовь Юрьевна. Ну вот скажи, пожалуйста, ты в таком юном возрасте, а уже слушаешь и поешь песни таких известных, можно сказать, легендарных исполнителей. Вот откуда такой интерес у тебя к творчеству джазовых вот исполнителей? Ну, мне очень нравился джаз, и когда я была в Сочи на конкурсе, мне сказали, что у меня джазовый эстрадный репертуар. То есть все, жюри сказала, да, что ты будущее этого джаза. Да. Я надеюсь, у тебя все получится, и требую билет на твой первый концерт сольный. Хорошо, я вам дам. Все, замечательно, спасибо, беги. Ну а эта маленькая принцесса покорила всех без исключения. Интересно, жюри со мной согласны? 5, 5, 5, 5 звезд, 5, 5, 5 и 5 звезд. Максимальный балл 40 звезд. Наши поздравления. Итак, наша очередная десятка талантливых людей подошла к концу, и нам очень интересно выслушать мнение наших уважаемых жюри. Я всех приветствую и поздравляю с таким проектом, красивым, талантливым. И еще раз убеждаешься, что у нас молодежь талантливая, очень хорошая. В этом блоке, во втором, меня порадовали. Вокалисты меня порадовали. Больше я распространяться не буду. Я всех поздравляю и желаю всем, которые еще будут выступать, успехов. Ну, мне сегодня было очень приятно находиться в зале, и потому что приходилось ставить пятерок больше. Сегодня был уровень, ну, достойный, и я очень рад, что в нашей республике столько талантливых людей. Спасибо. Спасибо и вам. Разрешите выделить Луизу Гакую с танцем «Я как поняла». Это танец бабочки. Мне он необычный такой. Я сама сужу. Мне показалось, что она как бабочка летала на сцене. Очень приятный танец, и костюм подобран. Далее Аида Узденова. Да, тоже очень красиво спела. И костюм, и голос. И Диану Асланукову, если это немного. Я вот троих выделила. Диана Асланукова, Луиза Гуева и Аида Узденова. Спасибо. Спасибо. Молодцы, ребята. Любовь Османовна. С удовольствием. Я этот второй блок со всеми вместе смотрела, получила максимум удовольствия. Действительно, лучшие из лучших сегодня были вот во втором блоке. Можно было бы всех подчеркнуть, что выступили блестяще. Но, конечно, есть кому-то пятерочку надо поставить, необходимость, и есть кому-то надо поставить чуть ниже. Я поддерживаю всех выступающих членов жюри. Действительно, они заслуживают эти оценки высокие. Но мне хотелось отметить еще также вот выступление. Я думаю, у него большие впереди успехи у Сонова Замира. Большое тебе спасибо за такую трогательную песню и вживую, без мелодии. Да, огромное тебе спасибо. Тебе больших успехов. Сегодня очень приятно присутствовать на таком прекрасном мероприятии. Очень радостно, что в Черкесске, в Карачаево-Черкесии запускаются такие прекрасные проекты. Что бы хотела сказать по поводу выступления наших замечательных участников. Сегодняшний тур действительно был интересный и полон хороших номеров. Хочу сказать для начала о нашем исполнителе с Индии. У него очень хорошие вокальные данные, и посоветовала бы ему заняться посерьезнее вокалом. Он действительно молодец, да? Поддержите, ребят. Пускай бросает медицину, занимается вокалом. Да, очень хорошие данные.
Марьяна, пока ты не передала микрофон, у меня маленькая просьба, исполнишь? Вот конечно. Мы все слышали твой гимн, как ты поешь, но никогда не видели. Буквально вот фразу ключевую сможешь нам напеть? Ты знаешь, какой песни. Это архыз, ветер свободы. О, это архыз, сердце народа. О, это архыз, снова в эфире. О, это архыз, 24. Это Архыз 24, и мы ищем таланты, друзья. Спасибо, спасибо. Спасибо. Во втором туре, начиная вот с рэпа Индии и заканчивая Аидой Узденовой, все понравилось, все четко, точные такие хорошие номера были. И надеюсь, что в третьем туре то же самое будет. Желаю удачи, успеха всем участникам. Особенно хотелось отметить Луизу Гагуеву, которая показала нам прекрасный танец. Я как хореограф смотрел от А до Я полностью с начала танца и до конца танца, как она преподносила нам даже ход. И я следил за ногами. Не каждый профессионал может вытянуть такой танец с начала до конца, вот чтобы не сачкуя, не халявнича, как говорится, да, до конца она проработала четко. И хотелось отметить Екатерину Сачеву, гимнастика. Вот, очень хороший уровень, очень сильно порадовало нас. Браво, удачи всем. Спасибо. То есть ни мне одному показалось, что у него действительно нет костей. Да, согласен с вами. Артем Разин. Единственная такая маленькая просьба, может быть, на будущее тем уже, кто уже выступил из участников. Ребята, ну немножко не ваш репертуар, немножко возрастные... как говорится, издержки есть в плане выбора произведения, которое вы то ли поете, то ли читаете и так далее. Я понимаю, что все хотят быть взрослыми, все хотят постичь высокие нравственные темы, которые представлены в их произведениях. Ну, давайте немножко выбирать по своему возрасту темы. Вот единственная просьба. А в общем... По второму блоку я исключительно доволен Дианой Слонуковой за ее прекрасную подачу, за ее голос. И, конечно же, у Аиды Узденовой еще один новый поклонник. Спасибо. Два поклонника, как минимум. Председатель жюри Хасан Якубович Беджиев. На самом деле, очевидно, есть люди, ребята очень талантливые, их видно. Они уже перечислили эти фамилии. Очень хорошо стихотворение прочитала тоже эта девочка. Она понимала, о чем она читала. В общем, здорово. А так, давайте Архызу 24. Браво! Спасибо! И сразу под такую кульминационную ноту. Это не наигранность, это было не по плану. Наша сотрудница пришла сюда работать, и когда увидела все это великолепие, этот посыл, эту энергетику, не удержалась и тоже решила выйти на сцену. Так, давайте мы ее позовем вне конкурса. На сцене корреспондент телеканала «Архыз-24» Рамида Киут. Приветствуем! Со мной хожу в пустыню, с летом.
Спасибо большое. Дорогие участники, я желаю вам удачи. Ну вот так вот сложилось, я не удержалась. Прекрасная сцена, прекрасные зрители. Ребята, верю в вашу победу. Спасибо. Что ж, пришло время подвести итоги второй десятки участников шоу «Талантов. Время лучших». По итогам судейского голосования в полуфинал проходят следующие 5 участников. Юная певица Аида Узденова и гимнастка Екатерина Усачева набрали по максимальному количеству баллов. И с результатом по 40 звезд они проходят в полуфинал. Всего на одну звезду меньше набрали Диана Слонукова и Луиза Гагуева. Результат 39 звезд у каждой. Обе девушки в полуфинале. И пятой участницей полуфинала становится Айза Тулпарова с результатом 38 звезд. Поздравляем всех полуфиналисток! Оставшиеся 5 участников заработали меньшее количество звезд и, соответственно, выбывают из нашего шоу. Однако, судьбу одного из них можете решить вы, наши телезрители. Дарья Бандурка, индийский рэпер «Коралл», творческий дуэт Владислава Иванченко и Альбины Пшиуновой, певец акапелла Замир Сонов и исполнительница Арина Халюзина. Кто же из них станет участником полуфинала? Об этом узнаем по итогам зрительского голосования, которое будет проходить на официальном сайте нашего телеканала «Архыз-24». Голосуйте и выбирайте лучшего из лучших. А ну что ж, дорогие телезрители, на этом отборочный этап второго тура подошел к концу. А мы посмотрели только маленькую часть талантов Карачаево-Черкесской Республики. На этом телеканал «Архыз-24» не останавливается. Мы будем продолжать искать новые лица и новые таланты. Будьте с нами и не переключайтесь.